На промышленных предприятиях Одинцовского округа в период с 28 октября по 7 ноября будут объявлены нерабочие дни. Исключение составят производство и научные организации с непрерывным циклом работы. При этом на всех предприятиях будет разрешено присутствие лиц, обеспечивающих охрану и содержание объектов, поддержание процессов, которые не могут быть остановлены из-за технологических особенностей.